Где тонко, там и рвется дорожное полотно. Стихия, бушевавшая в регионе в первой половине дня, успела подтопить Книшемскую дорогу через Пестовский овраг так, что в земляной капкан попала легковая машина. Грунт осел, и авто провалилось. Трое человек получили ушибы. Доставали людей из образовавшегося котлована сотрудники МЧС. На место происшествия были вызваны специалисты газовой и аварийной служб, также кареты скорой помощи. Уже организован объездной путь. Обрушение вызвало утечку газа. На данный момент аварийный участок перекрыли. Пострадал также и водовод. Несколько домов и два детских сада в микрорайоне Томна остались без воды. Провалившийся асфальт разрушил 250 метров теплотрассы. Прекращена подача горячей воды в Книшемской ЦРБ. Те последствия, которые касаются восстановления водоснабжения отдаленного микрорайона, будут устраняться в том числе путем подвоза воды автоцистернами в тот микрорайон. Сейчас действует уже схема запасного движения общественного транспорта, которая позволит людям добраться до места проживания и до работы, от места проживания. Я думаю, что понадобится буквально 2-3 дня с тем, чтобы восстановить водоснабжение в нормальном режиме, что касается газоснабжения, которое тоже было нарушено, и теплоснабжения, и не займет много времени.